Почти 3 недели назад вечером я, как обычно, сидел дома и смотрел фильм на ноутбуке. В какой-то момент я отложил его и пошел на кухню взять себе чего-нибудь пожевать. На обратном пути, проходя мимо входной двери, я услышал за ней какие-то невнятные звуки. Я положил еду в комнате, а потом вернулся к двери и посмотрел в глазок. Но там никого не было, да и звуки стихли. Больше всего они были похожи на женский плач, но все же были различия. Они будто бы были какими-то приглушенными, что ли. В общем, я так и подумал, что кто-то прошел. Не стал забивать себе голову. Пошел дальше смотреть кино. Однако минут через 10 я снова различал какие-то потусторонние звуки. Видеоплеер я поставил на паузу и стал прислушиваться. Источник звука точно был не из какой-то соседней квартиры. Тогда я опять подошел к двери, чтобы удостовериться. И да, на верхней площадке можно было заметить некую тень. Вообще, можно было бы даже не беспокоиться. Просто мое внимание привлекло необычное звучание. И в этот раз оно больше напоминало мне не плач, а какое-то пение. Но все равно это довольно сложно описать. Мне показалось, что это в подъезде стоят обычные алкаши. Возможно, слушают радио. В общем, со стороны это выглядело крайне глупо. Но тем не менее, все это несоответствие и нелепость уже тогда вызывало небольшое замешательство. После того, как закончился фильм, мои мысли снова вернулись к тем звукам, хотя их уже и не было слышно. У меня появились объяснения, одно смешнее другого. И так я прогнал от себя тревогу. Но уже этой же ночью начались странности. Меня разбудил громкий стук в дверь. Естественно, я никого не ожидал. И мне сразу стало не по себе от этого настойчивого звука. В растерянности я включил маленький светильник и телевизор. При нем почему-то всегда становится не так страшно. Часы показывали 3:02. Я начал надевать штаны. И в этот момент стук прекратился. Я даже не стал подходить к двери. Прошел сразу на кухню, попил водички и лег спать. На следующий день мне нужно было идти в магазин. Я собрался, взял деньги. А когда стал закрывать за собой дверь, увидел на ней слабые различные отпечатки ладоней. Это вызвало больше легкое раздражение, чем удивление. Я решил почистить это, когда уже вернулся домой. Потом, когда я начал оттирать их тряпкой, я случайно прикоснулся к отпечатку. Я обнаружил, что их поверхность заметно теплее, чем поверхность двери. Я прислонил полностью свою ладонь к отпечатку и почувствовал, будто бы трогаю настоящую живую руку. Потом я пришел в себя, побыстрее оттер все, что смог, и зашел домой. Я не мог найти объяснение этому, но подсознательно чувствовал, что мне понравилось тепло отпечатка. Как будто бы при касании я получил немножко позитивной энергии. Я продолжил заниматься своими делами, хотя и мысли обо всем вертелись в голове. Мешали сосредоточиться на чем-либо. У меня не вышло и заснуть. Но в ту ночь не было никаких звуков. Никто не стучал. Теперь странные вещи начали происходить утром. Я услышал, как кто-то скребется об дверь снаружи. Не очень сильно. Хотя это продолжалось довольно долго. До тех пор, пока я не набрался сил встать и посмотреть в глазок, кто там за дверью. Как только я подошел близко, звук исчез. На площадке перед дверью я никого не видел. В этот день я из дома не выходил. Каждый раз, проходя мимо, я заглядывал в глазок, с надеждой увидеть хоть что-нибудь. Ведь я даже и сам не знал, что именно я должен ожидать увидеть. Но пока ничего примечательного замечено не было. Только изредка проходящие жильцы дома, которые, в свою очередь, тоже не находили ничего необычного и спокойно проходили мимо. Хотя один раз я все-таки случайно заметил, как некий мужчина, которого я не знаю, остановился прямо на площадке. О чем-то как будто бы задумался. Оглянулся, подержался за голову, а потом снова продолжил путь по лестнице наверх. Мне казалось, что уже чуть поторапливаясь. Это было ближе к вечеру, а потом я не спал до поздней ночи. Но в итоге усталость взяла свое, и я уснул. Разбудил меня опять скребущийся в дверь звук. Я около минуты еще полежал под одеялом, но потом быстро оделся и побежал к двери. Как и в предыдущий раз, звук сразу прекратился. Из-за двери в глазок я никого не увидел. На этот раз я вышел из квартиры, посмотрел вверх и вниз по лестничным пролетам, прислушался, но в подъезде, кажется, не было ни души. Тогда я развернулся и увидел, что на двери снова проявились отпечатки ладоней, хотя и в других местах, но по ним проходили царапины, как будто кто-то пытался каким-то острым предметом стереть изображение. Тут надо объяснить. Дверь в квартире стоит обычная, старая, с плоским твердым покрытием. Внутри есть еще одна. Но на ней давно сломан замок, и я ей не пользуюсь. Кроме того, между рамой двери и стеной сверху есть очень узкая щель.
Я быстро сбегал за тряпкой, снова отер что мог и запер за собой дверь. Весь день я ходил обеспокоенный. А часов 18, когда еще было достаточно светло, я увидел в глазок это. На стене слева четко выделялась будто бы человеческая тень, но самого человека или чего угодно другого, что могло бы давать такую тень, не было. Даже само ее нахождение не поддавалось никаким законам. В противоположном направлении не было источника света. Я смотрел на это несколько секунд. Оно стояло неподвижно, а потом, словно ощутив чужой взгляд, дернулось, отошло подальше к окну, а затем быстро приблизилось ко мне, и тут же я ощутил удар по двери. Я отскочил назад ошеломленный. Постоял какое-то время, собираясь мыслями и духом, и попытался взять себя в руки и трезво поразмыслить. Что бы это ни было, оно не может пройти сквозь дверь. Хотя оставалось загадкой, как что-то нематериальное могло взаимодействовать с осязаемыми вещами. Подготовившись, я опять посмотрел в глазок и увидел что-то вроде тени. Она перемещалась по стенам подъезда. Я понаблюдал за этим еще какое-то время. Потом, все еще чрезвычайно напуганный, но все-таки чувствовавший себя в безопасности, я пошел в комнату и безнадежно стал искать в интернете описание похожих случаев. Конечно, более 3/4 всех статей были очевидно выдумкой. Другие рассказы хоть и отдаленно походили на правду, но все равно ничего полезного я не прочитал. Хотя я не особо на это надеялся. Просто ничего лучшего в тот момент я придумать не мог. Все это время я чувствовал гнетущее ощущение того, что прямо сейчас в нескольких метрах находится что-то необъяснимое и, скорее всего, злое. Прямо тут, за входной дверью. Я никогда не отрицал существование чего-то паранормального, но не ожидал, что сам встречусь с чем-то подобным. Следующие 2 недели я просто не выходил из дома. Питался тем, что оставалось с прошлого раза. В моем маленьком городе о доставке продуктов через интернет еще и думать не приходилось. А родителей и друзей я не хотел подвергать опасности. Да и не хотелось бы объясняться, почему я сам не могу сходить за едой. Хоть ем я и мало, но и запасов никогда больших не делаю, поэтому питание начало подходить к концу. Кроме того, от мусорного ведра начинает понемногу исходить неприятный запах. Я находился также в очень плохом физическом состоянии, не мог нормально заснуть и выспаться из-за постоянного стресса. Я каждую минуту думал только о том, что когда-то мне придется открыть дверь и встретить то, что ждет меня. Периодические стуки в дверь еще больше нарушали мое психическое равновесие. В конце недели произошло вот что. Уже в темное время суток в очередной раз я шел через прохожую и хотел включить там свет, но вместо этого только услышал хлопок и понял, что перегорела лампочка. От этого помещение не погрузилось в полную темноту, но теперь сюда проходил слабый свет, только из окна. Это, конечно, не считая лампы из кухни, туалета и комнаты. Если включить их, то тут становится так же светло, как и раньше. Но именно в тот самый момент получилось так, что ничего из этого не горело. Сначала я не обратил внимания, прошел на кухню, положил там свою пустую тарелку и, проходя обратно, увидел, как через ту самую щелочку сверху дверного проема тянутся до двери 2 теневые руки, медленно и как будто в поисках чего-то, что смогло бы открыть дверь. Да, я называю это тенью, просто условно, чтобы было легче понять, как все это выглядело. По природе же это нечто обладало противоположными свойствами. Оно становилось более различным в темноте. Я рванул в комнату, включил там свет, а потом быстро включил все остальные светильники. И только после этого я увидел, как тень бледнеет, а эти руки медленно уползают обратно. Сразу же я начал рыться в тумбочке в поисках новых лампочек. Я нашел 2 штуки, но, к сожалению, одна из них также была испорчена. Другая же оказалась новой. Я вкрутил ее вместо перегоревшей, включил свет и в темное время больше свет в прохожей не выключал. Важным оказалось следующее наблюдение. Я уже начал подзабывать, что все началось с того непонятного звука из подъезда. Что-то среднего между плачем и песней. И опять же, не стоит воспринимать это буквально. Я просто не могу найти правильных слов для того, чтобы передать его. Как-то раз, наблюдая в глазок за перемещениями теней, я снова услышал его. Как раз в этот момент тень резко побледнела, а потом потеряла всякую форму. Постепенно разлилась по всей стене и исчезла. Я, наблюдая за приятным глазу зрелищем, почувствовал себя отдохнувшим и свежим. Мне захотелось слушать этот гармоничный звук снова и снова. Как бы то ни было, он исчез. А через несколько часов тени вернулись. Я не был уверен на этот случай, и те отпечатки ладоней, от которых исходило настоящее тепло, дали мне надежду, что среди потусторонних сущностей есть не только те, которые стремятся навредить человеку. И так вся еда кончилась.
Постоянное чье-то присутствие за дверью утомило меня. В последнее время, если приложить ухо к двери, можно даже было четко услышать слова «Впусти нас». Произноси слова шепотом, но напористо. Так дальше продолжаться не могло. Я оделся, взял деньги и стал смотреть в глазок. Ждать, пока мимо не пройдет хоть кто-нибудь, так как в это время тени рассеивались или прятались. Прождал я немного, около 20 минут. Сверху шла вниз какая-то пожилая женщина. Собравшись с духом, я повернул ключ и открыл дверь. Женщина увидела меня и как-то странно посмотрела. Выглядел я, должно было быть, ужасно. Впрочем, к этому мне привыкать не нужно. Я закрыл дверь и пошел по лестнице вниз. Выйдя на свежий воздух и выбросив мешок мусора, сначала я просто прогулялся, посидел на скамейке. Потом в магазине купил продукты. В количестве намного больше, чем брал обычно. Рассчитывал на долгий срок. Опять же, возвращаясь домой, я подождал, пока не пойдет кто-нибудь из жильцов. Я быстро вскочил к себе в квартиру, не закрывая дверь, включил везде свет. Несмотря на солнце за окном, я запер дверь. Все вещи были на своих местах. Нигде не было никаких странных отметин. Все вроде бы было так же, как и когда уходил отсюда. Даже ночью не было никаких стуков. И поспал я довольно долго. Понимание того, что мне еще долго можно не уходить отсюда, поднимало мне настроение. Да и никаких теней за дверью пока не было. Через 3 дня в дверь постучали обычным слабым человеческим стуком. Сначала я даже подумал, что это кто-то из соседей зашел с какой-нибудь просьбой. Но на мой вопрос «Кто?» никто не ответил, а через глазок я ничего не увидел. Потом из-за двери громко послышался голос: «Впусти нас тоже!»